В Днепре в заброшенной многоэтажке прогремел взрыв. Ранение получил 28-летний мужчина. Взрывной волной его выбросило со второго этажа. Со множественными осколочными ранениями. Уже сутки мужчина находится в реанимации. Ему пришлось ампутировать правую руку. Уже известно, что год назад пострадавший вернулся из зоны АТО. Причины произошедшего выясняют следователи. Множественные осколочные ранения брюшной полости и головы и лица. На данный момент состояние больного крайне тяжелое. Прогнозы пока давать рано. Все получает необходимое лечение. В нього ампутація руки, і, можливо, він цю гранату тримав досить близько до себе. Зараз триває досудове розслідування щодо з'ясування всіх обставин, а також звідки у чоловіка з'явилася ця граната.